хорошо. Ирина, здравствуйте. Выпускники 1996 года. Закончилось беззаботное школьное детство. Никогда не повторится оно. Впереди у вас дорога длиною в жизнь. Закончится сегодняшний последний или прощальный школьный бал. Поутру вернетесь вы домой. Веселые, радостные, но счастливые своей взрослостью. Уважаемые выпускники, сегодня у вас начало нового ритма. Не хотелось сегодня говорить каких-то высокопарных слов, но все мы, родители, знаем, что в 17 самые высокие мечты. Дай Бог им осуществиться. Дай судьба вам силы найти себя в этой жизни, в этом, простите, немножко хаосе, непонятливости, творить, созидать, учиться. Мир вам, входящим в сегодняшнюю жизнь. Пусть все ваши надежды, мечты сбудутся. Внимание! Пусть прозвучит эта мелодия, эта песня, уважаемые выпускники и родители, для вас, пожалуйста, можно громче. Проверьте.
ведется у нас на Руси. Когда провожают детей из дому, родители вручают им горбушку хлеба, чтобы им было тепло и сытно в чужой стороне. И поэтому я сегодня, провожая вас, вручаю вам тоже хлеб, чтобы вам было действительно не голодно, а сытно и уютно в той взрослой жизни. На всех! Принимающих участие в их воспитании. Будник Марину Владимировну, пожалуйста, пройдите сюда, вот на это торжественное место.